Первые мероприятия в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению начнутся осенью этого года. Первыми станут лесные регионы Сибири, Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа. При высадке будут учитываться рекомендации Россельхоза и местных лесничеств. Заместитель председателя Координационного совета Молодой гвардии «Единой России» Егор Литвиненко сообщил, что на базе региональных отделений партии во всей России уже открываются эко-волонтерские штабы.